Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы с вами будем смотреть, что можно сделать с будильником. У нас будильник перед библиотекой всегда находится вот здесь вот. Вы можете забрать 49-й комнатки и испытать на фигуре. В этом видео я решил испытать не только на фигуре, но также и на других монстрах, которые живут в шахтах. Ну а если ребята меня убьют, то тогда мне понадобятся робоксы, чтобы возродиться. Сейчас я вам быстренько расскажу, где вы сможете их купить дешево. Давно хотел прикупить робоксы по самой дешевой цене? Тогда заходи на сайт RBXSell. На этом сайте вы можете купить робоксы по самым выгодным ценам. RBXSell имеет огромное количество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. На сайте робоксы всегда есть в наличии, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями и получай робоксы с первой покупки друга, а также выполняй задания и получай за это робоксы. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо, не беспокоясь за безопасность своего аккаунта. Ну и конечно, используй мой промокод REDCAT при покупке робоксов и получай 20 робоксов в подарок. Все это только на RBXL. Ссылка под видео. Ну что ж, ребята, отправляемся в шахты, и первое, что я делаю, это забираю его из разлома. Все, ребята, я его забрал, и теперь мы будем отправляться искать первых монстров. Ну, естественно, это у нас будет Гигл. Давайте подсветим немножечко, вот тут он у меня стоит. Так, мне надо как-то, чтобы он меня не убил, сначала на него посветить. И теперь быстренько поставить будильничек. Так, чувствую, он сейчас мне прыгнет на лицо. Не, я давайте лучше отойду. По-моему, это далековато, да? Что-то мне кажется, что да. Я хочу поставить под ним прям, поэтому давайте сейчас побыстрее все это сделаем. Хопа! Быстренько. Давай, крути. Все. Фух. Ну, во, почти под ним. Давайте смотреть, какая реакция Гигла будет. Будет ли он прыгать на мой будильник? Итак, смотрим. По-моему, все равно. На будильник он никак не реагирует. Ну ладно, на свет реагирует. Хорошо, с Гиглом не получилось, идем дальше. Так, я встречаю, ребята, монстра под названием Глаза. Давайте посмотрим, как глаза реагируют на наш будильничек. Так. Давайте ставим его. Все, завели. Глаза куда-то телепортировались. Нет, мне же надо проверить. Ладно, подождем. О, спасибо, они вернулись. Так, ну, глаз у него, конечно, дергается от того, что звонит будильник. Но мне кажется, что это не связано. Идем дальше, ребята. Тест номер 3. Мухи. Будут ли они реагировать на будильник? Итак, ставим. Давайте фонариком я буду их призывать, чтобы они тут летали. Тут только одна муха летает. Да, еще можно палочку кинуть рядом с будильником. Ну, думаю, достаточно. Так, там, конечно, можно... Тут, наверное, из-за того, что циферблат не светится, они сильно на него не летят. На фонарик летят. Видите, я пытаюсь привлечь их внимание, они ко мне прилетели, но будильник им тоже безразличен. Ну, ё-моё, что вы такие безразличные? Надеюсь, что у Грамбола хоть будет какая-то другая реакция на это чудо техники. Кстати, пойдем еще к Сику. Давайте на Сике проверим, правда, в отеле. Но думаю, что реакция будет одинаковая, поэтому смысла нету проверять где-то еще. Мы как раз играли с Винишкой, я помогал ей проходить и решил потестить заодно, что он будет делать с будильником. Вот он звенит. Я не думаю, что будильник так называется. Да, походу он не работает особо. Ладно, давайте еще разочек попробуем. Может, я его поздно поставил. Сейчас давайте его пока, чтобы он зазвенел, прям когда он будет выходить. Так, смотрим. Так. Вот он звенит. Ну, смотрю. Не, тоже не реагирует. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, сейчас пришло время проверить, что будет с ним делать Грамбол. Вот этот вот огромнейший паучок. Крот, да. У нас крот получается. Так, все, я подождал, пока он уйдет. Сейчас буду заводить будильник и ставить. Где они? Почему они куда-то убежали? Ну, придите. Алло. Грамболы, вы где? Ку-ку. Ой, там, по-моему, что-то идет. Или мне кажется... О, нет, не кажется. Боже мой. Есть. Поставил. Нет.
Так, стой, не уходи. Он сейчас зазвенит, подожди. Грамбл, куда ты? Ну ладно, сейчас посмотрим за окном. Вот, зазвенел. Что, глухой? Алло? Блин. Поздно. Ладно. Так, давайте поставим им... Уп, прям сюда! Нет. Вот сюда тебя поставлю. Да ё-моё, опять уполз. Ну что ты будешь делать, ребят? Они меня игнорят. Так, не, пока не звени, никого нету. Давай я тебя поставлю вот сюда, вот здесь вот поставим. Сейчас посмотрим, понравится ему это или нет. О, летит как раз, ну все. Ой, привет. Тебе как, нормально будильник? Так, он пока не звенит. Ждем, пока зазвенит. Все, зазвенел. Так, летит. Нет? Ползет? Где? Слева, справа? Где? Где будет? О, все, ребят, проверяем. Так, ну что, тебе нравится будильничек? Ой-ой-ой! Ого, ничего себе, меня откинуло! Будильник ему явно не понравился. Шучу. Не, ну, ребят, похоже, они на него тоже никак не реагируют. Жаль. Ладно, ребята, давайте попробуем еще вот этих вот интересных ребят. Что сделает Джефф, когда он заиграет? Смотрим. Потирает ручки. Ну что ж, давайте смотреть, что же он будет делать. Звонит. Джефф, у тебя будильник звонит. Не, он вообще не реагирует, он игнорит его. Так, эти ребята тоже непонятно. Окей, давайте на Эль Гоблина проверим. Эль Гоблина постоянно что-то говорит. Что он скажет про будильник? Монстр везде. Попробую, короче, отсюда свалить. Так, ладно, ставлю ему будильник. Смотрим, что будет происходить. Что он на это скажет? Так, звенит будильник. Calm down, успокойся. Ну, короче, тоже, ребят, никакой реакции нету. Ну, все, последняя реакция, кто может среагировать, это Боб. Боб, я ставлю тебе будильник, пожалуйста, очнись вместе с ним. Я знаю, ты сможешь. Давайте с ним поговорим. Все, зажимаю. Проверяем. И давай, Боб. Вот, звенит. Ку-ку. Тоже все равно. Ну что ж, ребят, получается абсолютно всем бесполезно ставить будильник. Никто на него не реагирует, кроме фигуры. Ну и сейчас давайте еще фигуре поставим в шахтах будильник. Здесь я пока его еще не ставил. А, ну... Окей. Похоже, реакция та же. Минус будильник. Спасибо, фигура. Будешь должен мне будильник. Ну все, он его сломал, разлетелся. Теперь, получается, я не смогу его больше тестировать и ничего с ним сделать. В конце на 200-й двери носика уже его не хватит. Окей, ребята, вот таким получилось видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставим лайк и подписываемся, если вы этого еще не сделали. Спасибо за просмотр. Всем пока.